Да, Магнитка любит BMW, потому что это первый нормальный дилерский центр в нашем регионе. Почему такое случилось? Ну, естественно, благодаря комбинату. Ну, не было бы комбината, хрен моржовый, мы бы и сосали. И как-то так и получилось, что первый и правильный центр, арендуя помещение, слил штук 10 пятерок и пару семерок на ММК. И типа поперло. Во как! Также биржа города Магби рулила. Так и бумеры приехали в наш город. Теперь вопрос другой. Почему так мало баянчиков третьей серии у нас? Я малость расскажу, а вы и подумайте. Нет, конечно, я тоже имел возможность. У меня была BMW. Пятерка, естественно. Но маленькая проблемка. Она ездит изумительно. Но подвеска изо всех немцев явно слабоватая. То есть я немцев знаю. Рулится машина классно, но подвеска лажовая. По сути, наверное, ничего и не изменилось. Но почему трешек мало? Хотя трешки рулили везде. Не знаю. Наверное, все-таки это наша судьба. Мы приехали ездить на пятерках и семерках. Так оттуда все и пошло. То есть явно не самый говеный город Магнитогорск. И он, по сути, далеко не такой. Ну а теперь то, что от BMW. Я не совсем понимаю, но зачем баянчики полезли туда, куда не надо? Зачем были копейки? Зачем УАЗик от Бушки? Или переходная хрень под номером X6? Я не знаю. Ну да ладно. Ладно, хоть с движками не подвели. Мощь, кстати, в различной конфигурации, в различной комплектации двухлитровых двигателей от 150 до 180, практически 180 лошадиных сил. Есть и дизельный вариант. Дизеля от BMW меня тоже порадовали. Вот я катался в X5, так это что-то с чем-то. Соответственно, здесь дизель, он еще и экономичный. И при этом обладает аппетитами в городском цикле в 6 литров. И это немного. При этом зная, как эта машина ездит. Ну и самый вкусный, самый продвинутый, самый чумовой вариант – это BMW версии с 3-литровым 6-цилиндровым рядным двигателем. И для него место, кстати, под капотом тоже есть. Что касается заднего классического заднего привода, ну, он, разумеется, подчеркивает все ваши драйверские амбиции. И я, ну, скажем так, с умилением смотрю на другие телевизионные передачи, где так вот восхваляют полный привод. А во всем остальном, ну, BMW и моя любовь с ней началась очень давно. Тогда еще журнал «За рулем» и четырехглазые автомобили мне всегда нравились. Потом я немножко узнал цену, чуть-чуть так поохладел, но потом прокатился и опять влюбился. Что касается, почему машина стоит, ну, скажем так, достаточно высоко для своего класса. Ну, разумеется, это электронная начинка. Разумеется, это система стабилизации здесь, которая уже в базе идет. Это 6 подушек безопасности. Это противозаносная, противобуксовочная система, которую, кстати, можно и отключить, нажав на кнопочку. И тогда ваше любимое чувство дрифта, и это тоже BMW. Ну честно, с таким двиглом дрифтует не только копейка. Тут крутится и треха, да и пятерка. Вообще бы я распределил усилия следующим образом. Трешка и это треха с трехлитровым двигателем, естественно. Пятерка 4.6, есть такая, но поискать надо. Семерка это V12, это чистые драйверские тачки, а не для тех, кто понимает суть. Мерседес это более комфорт. Audi большая норма по подвеске. И опять благодаря Фольксу. И тут вам надо определиться с желаниями. Что вы хотите от автомобиля? И поверьте, лучше не размениваться на ненужные приколы, а брать изумительный вариант. Опять же, trust me.